Христос воскрес! Добро, вы так, как вы тут попали ко мне? Игнатий, добрый день, да я тут с вами давно уже как бы разговариваю. У меня к вам вопрос, мир вам? У нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Нет, мы не против, что-то я ваши картинки не вижу только вот. Ну давайте, говорите, что хотели? Я хотел спросить у вас, Игнатий Ильич, вот есть сейчас ЭКО, люди делают ЭКО. Это грех или нет? Что делаете? ЭКО, люди вот в пробирках зачатие. Никак не пойму. Иконы, что ли? ЭКО. Люди вот сейчас, муж с женой, не имеют детей, они идут, и врачи делают им ЭКО там, чтобы они родили там как-то вот. А если... Пробирка, нет, берут. Церковь это осуждает. Это грех, да? Ну вот церковь посудила это официально. Спаси Христос. Теперь вот у них родился сын, да? Или дочь. Ну дочь там, родился, короче, у них. Вот ребенок, он сейчас, вот его можно крестить или нет? А он что, также искусственно зачатый? Да. А зачем же это делать, если Бог не дает, то зачем же это делать? Испокон веку этого не было. Бог знает, что это будет никуда не годное. Спаси Христос. Теперь вот следующий вопрос. Короче, это тоже грех. А теперь он вырос, и он идет, он знает, что он в пробирке, он идет, кается, молится. Он может сам покреститься или нет? Да, это надо сказать, крещение принять, если только идти надо к епископу, чтобы дали разрешение. Спаси Христос. Вот это я хотел от вас услышать, Игнатий Ильич. Да. Что он может, да, сам покаяться, пойдет к епископу, епископу, ну там, епитимию, я не знаю, что там. И где он может тогда креститься? Если он покрестится, полное погружение. Да, да. И креститься можно, и все, и причащаться. Ну, надо уведомить архиерея, иначе священник это не будет делать, бояться. Спаси Христос, Игнатий Ильич. Благодарю вас. Аллилуйя. Вот это у нас... Мы просто вот мучились с этим вопросом, тут одна женщина, у нее сын, она вот спрашивает, а я не могу ответить, я говорю, я вот позвоню Игнату Тихоновичу, спрошу у него. Ну да, вот так. Архиерей должен это додать, прямо прийти и сказать такие, все рассказать, заранее можно написать, чтобы архиерея было это в письменном виде. Чтобы все... Игнат Тихович, а вот что спрашиваю, простите меня, Христа ради, а еще спрашивают, а родители могут то же самое вот сделать, например, за него, пока он еще маленький? Ну, пускай к архиерею сходят. К архиерею. Они родители. Но я не могу ничего сказать. Только архиерей знает. Они не разрешают. Искусственно. Это я знаю, слышал такое. Патриархия приняла решение такое, это дело осужденное, не разрешается. А вот крестить. Ну, мне вот крестить, я вот крестить, он, например, хочет сам креститься, а вот как вот. Я... Ну там все решат. К архиерею придите. Вот бывает знакомые, бывает так, третьего рода племянница, и они познакомились, можно или нет. Священник не может, а архиерей может разрешить. Спаси Христос. Аллилуйя. Благодарю, Игнатий. Все, отошел, благодарю. Во славу Божию. Много так, Виктор, да.